разглядеть за днями след нечеткий. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старше было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам. Те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Ой, мамочка, уродная, огонь и залп!» И тут они заголосили, девчоночки запричитали вслась, как будто бы вся бабья боль России в девчонках в этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное, рябое, был ветер обжигающий горяч, блинный плач висел над полем боя, он был слышнее разрывов этот плач. Ему, протяжному, земля внимала, как остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка, ой, мама, страшно мне! И снова батарея! И уже перед ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко четыре пламенных костра. Раскатывалось эхо над полями, бой медленную кровью стекал. Зенитчицы стреляли и кричали, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимали снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинящие ветки, торжественность венчального стола, неслышанная, ты моя навеки, несказанная, я тебя ждала. И губы мужа, и ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтоб закричать в родильном доме: «Ой, мамочка, ой, мама, страшно мне!» И ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это позже, в 45-м. Конечно, к тем, кто сам пришел с войны.